Сыграли в ничью. Владимирская «Торпедо» заработала еще одно очко во втором туре первенства России среди команд 2-го дивизиона «Зоны Запад». Соперником нашего клуба был «Сатурн» из города Раменское. Владимирские футболисты провели ряд опасных атак на воротах хозяев поля. Счет мог открыть Алан Балоев, но голкипер раменчан завладел мячом. Возвратившиеся во Владимир Андрей Смирнов и Илья Зинин создали неплохой момент для Антона Усова, которого на дальней штанге опередил защитник. Заработанный угловой удар выполнял Андрей Смирнов, а Роман Путилин отправил мяч чуть выше перекладины. В итоге счет в матче так и не был открыт. По словам главного тренера «Торпедо» Александра Акимова, исход встречи вполне закономерный. Результат, не знаю, устроил он хозяев и нас в полной мере, но он закономерен. Думаю, что такая получилась боевая, достаточно качественная игра. По меркам 2-го дивизиона, я думаю, что неплохой показан футбол. Таким образом, по итогам двух туров в копилке черно-белых 4 очка. Наша команда сейчас занимает 5-ю строчку в турнирной таблице.